Свечи, приглушенный свет, живая музыка и прекрасные, словно сошедшие со страниц любовных романов, женские образы. Полное погружение в мир грез и наслаждений. Каждая из 80 картин Натальи Писаревой обладает своей неповторимой магической аурой. Соединяет реальность и иллюзию, пробуждает воображение, волнует и впечатляет. Работы, которые я сегодня увидел ее, они просто, эти работы меня опьяняют, понимаете, они сильно... Ну, я не знаю, как бы передать. Они просто даже волновали меня, эти работы все, которые здесь есть. Мне нравятся все работы Наташи. Больше всего я даже не могу сказать, какие, потому что у нее настолько они все самобытные, необычные. Вот она самый такой прекрасный художник у нас. Вот именно женский, женственный, нежный. Профессионалы мира художников говорят о Наталье Писаревой как о самородке. Художница не имеет специального образования. По профессии экономист. Но картины пишет больше 20 лет. И за это время выработала свой неповторимый и узнаваемый поклонниками стиль. Наташа Писарева – это уникум. Уникум. Она среди всех наших братьев, художников города Котласа, она свое, имеет свое лицо, свою манеру письма, как говорится, свою руку. Она работает, мне особенно нравится, это фэнтези. Я Наташу уже 20 лет знаю, видно по этой выставке, и вот как она за эти годы менялась, как она росла, вот в плане как художник, очень интересно понаблюдать. Картина Наталья пишет только масляными красками, предпочитая различные оттенки сиреневых, синих, бежевых и розовых цветов. Именно масло позволяет ей создавать множество визуально притягательных эффектов. Меня вдохновляет все. Любое впечатление, люди впечатляют меня своим, может, каким-то своеобразностью, неповторимостью. Книги, стихи, музыка. Наталья Писарева говорит, что идеи и образы всегда рядом с ней, в воздухе. Главное – успеть их вовремя ухватить. Может быть, поэтому не так давно художница стала писать пейзажи. Я давнишняя Наташина подруга, и раньше она пейзажи не писала. Она всегда писала вот такие романтические картины, на которых красивые женщины, симпатичные кошечки. Вот. А сегодня я была приятно удивлена тем, что у нее появились на выставке пейзажи, при том, на мой взгляд, хоть я не художник, очень-очень мастерски исполненная. Радость ощущаю. Очень нравится смотреть. Обсуждать картины. Такие светлые. Даже где изображена осень, все равно от них свет идет. Окунуться в удивительный мир реальности и иллюзий можно на персональной выставке Натальи Писаревой. Она называется «Любви распахнутые крылья». Экспозиция работает в выставочном зале городского дворца культуры до 30 ноября.